почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лисарева, профессор Вятского государственного университета. Современная российская писательница Тамара Крюкова, пишущая в различных жанрах и для детей разного возраста, свою сверхзадачу выразила так. «Мне особенно важно, чтобы книгу за поем прочитал ребенок, не привыкший проводить досуг за чтением». Ее книги распределены по возрастным категориям. От 3 лет, от 5, соответственно, от 6, 7 и так далее, и от 14. Для детей от 10 лет предлагается приключенческая повесть «Хрустальный ключ», в которой милые дети, брат и сестра, Петька и Даша, во время летних каникул, гостившие у бабушки, решают превратить ведьмино болото в целебное озеро, каким оно было в старину. Согласитесь, что делать детям от 10 лет, как не путешествовать по долине миражей и царству теней, встречаться со страшными волколдаками, милыми русалками, отважными воинами, блажинами, а главное, сразиться с самой ведьмой Марой. А наш обычный мир так скушен и сер, в нем нет места ни подвигам, ни открытиям. И так Даша, выслушав историю про ведьму, загадывает желание на падающую звезду. Разумеется, в этом сказочном фэнтези, в фантастических персонажах и чудесных событиях скрыты простые, но важные истины, так необходимые юным читателям. Верность, дружба, стойкость, брат и сестра после постижения добра и зла, решение сложных загадок еще больше сблизится и подружится. Все в итоге окажется сном, но таким незабываемым. Легенда о злой ведьме, которая выходила замуж за вдовцов с детьми, а потом этих детей сживала сосвету, забирая их молодость, лежит в основе. Мару победили, но она успела отравить хрустальный ключ, родник, питавший озеро целебной водой. Так появилось ведьмино болото. А раз загадал желание, то его надо исполнять самому. Пройти жуткими непроходимыми лесами, побывать в царстве теней у 3 сестер, посмотреть на волчью свадьбу, а брату с сестрой, помимо прочего, надо сохранить искренность, доброту и стать лучше, чем они были в начале истории. Несомненной удачей Тамары Крюковой стали образы Петьки и Даши, объемные, меняющиеся, живые. Любопытно, что пространство книги – это пространство русской фольклорной сказки, ну, за исключением гномов, карликов и упоминания Золушки и других героев западных сказок, и то в самом начале книги. Главная идея книги Тамары Крюковой «Хрустальный ключ» в том, что именно любовь, честность, преданность, душевная чистота помогут преодолеть любые преграды, будь они сказочными, мистическими или реальными. Динамичное, увлекательное и захватывающее чтение. 6+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».